Настоящий бункер на гусеницах, но маневренный и легкий. Развить скорость в несколько десятков километров по пересеченной местности для этой военной машины не составляет труда. К тому же она всегда обеспечит высокую защиту боевого экипажа даже от оружия массового поражения. Для подразделений ВДВ, которые всегда на острие атаки или десантируются в тыл противника, такая разведывательная химическая машина РХМ-5 просто необходима. Мощная техника, внутри очень просторно. И главное, эта машина химической и биологической защиты уже поступает на вооружение воздушно-десантные войска. Главное принципиальное отличие внутри – новейшее оборудование. И сделана она на основе новейшей боевой машины десанта третьего поколения. Поэтому эта боевая машина такая резвая и на дороге, и на поле боя. К тому же она еще и водоплавающая, форсирует водные преграды и даже может летать при помощи парашюта. Основные отличия от машин такого же класса, применяемых в сухопутных войсках, в том, что она имеет возможность десантирования. Также имеется возможность десантирования вместе с экипажем, что, как вы сами понимаете, сильно ускоряет процесс подготовки машины к выполнению боевых действий после того, как ее сбросили на место назначения. Такого универсального разведчика для ВДВ разработали и создали в Туле. Предприятие «Завод Тула» уже давно специализируется на химмашинах для наших вооруженных сил. Здесь даже создано целое конструкторское бюро. Где-то в других войсках будет применяться эта машина? В других войсках, значит, эта машина пока будет применяться только в воздушно-десантных войск, но у нас созданы машины и для на различных базовых шасси, это начиная от УАЗиков, и она не хуже импортных иностранных, будем типа Фокса, которые вот выпускаются за рубежом. Начинка, приборы внутри этой разведмашины вместе применяются впервые. Спутниковая система ГЛОНАСС, помогающая ориентироваться на местности, из них, наверное, самая простейшая. Приборы, которые установлены в данной машине, позволяют измерять уровень радиации на местности и на объектах, обнаруживать отравляющие вещества как на местности, на объектах, так и на расстоянии до 5 километров. Есть внутри этой машины десанта и свой метеокомплект, то есть она сама в автоматическом режиме наблюдает за развитием погоды и применяет их в своих расчетах. РХМ-5 только начала поступать в войска, и сейчас несколько образцов тестируются под Тулой на полигоне Тесницкое. Бойцы 106-й воздушно-десантной дивизии создают любые условия для этого. А значит, новый химразведчик на гусеницах скоро займет свое место под флагом ВДВ. Алексей Кошкин, Иван Мартьянов, Кирилл Аксенов, телеканал «Звезда», Тульская область.